привет! Я Лариса, и я участница народного ритм-балета «Эвридика». Хоть я и активно с коллективом танцевала до 2014 года, я все же до сих пор не могу назвать себя бывшей участницей, потому что до сих пор нахожусь на связи с коллективом, слежу за новыми победами и премьерами. А уж если выдается возможность прийти на тренировку, испытываю просто невероятный спектр радостных эмоций. Танец является неотъемлемой частью моей жизни. Он постоянно бежит за мною, или это я нахожу его всюду и везде, не знаю. Но я точно знаю, что танец дал мне силу, опору внутри, вдохновение на то, чтобы пробовать еще и еще, подарил мне физическое здоровье и просто очень много веселых моментов в жизни и воспоминаний. Развитие человека — это то же самое, что развитие в танце. И очень важно то, что нам дали в детстве, в нашем доме. Так вот, я хочу возвращаться домой, и я хочу возвращаться в том числе и в танцевальный дом. Большое спасибо за это Татьяне Анатольевне и всему коллективу. Я желаю ритм-балету новых творческих успехов, вдохновения. А сейчас я вам покажу кусочек моего любимого танца в этом коллективе. Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz.